Последние в этом году публичные слушания в районном совете депутатов состоялись 20 декабря в зале администрации района. Народные парламентарии и все, кто пожелал присутствовать на этом важном мероприятии, познакомились с прогнозом социально-экономического развития территории на 2014 год. Сессия Совета депутатов в тот же день утвердила районный бюджет на будущий год. Его доходная и расходная части составляют чуть больше 1 миллиарда рублей. В резолюции публичных слушаний отражена рекомендация районному совету утвердить главный финансовый документ муниципального образования. Администрации района рекомендовано продолжить работу по повышению собираемости налогов и сборов и, соответственно, увеличению доходной части районного бюджета. Необходимо также более эффективно использовать бюджетные средства. Несмотря на напряженный бюджет 2014 года, в нем сохранены социальные обязательства. Депутаты районного совета уже утвердили план своей работы на 2014 год. Также народные избранники признали утратившим силу решение совета от 21 декабря 2007 года. В нем устанавливались льготы малообеспеченным беременным женщинам на бесплатный проезд в женскую консультацию. В конце этого года прокурором района был вынесен протест в связи с тем, что установление подобных льгот не является компетенцией депутатов районного уровня.